Грудинка почем у вас? Грудиночка 240. Шикарная, смотрите, какая. За свою продукцию фермер Алексей Леньшин из Похвесни выручается. Мясо, говорит, свежее и натуральное. Рассказывает, уже и в Самаре появились постоянные клиенты. Вот они, вырезки, заточки. Это можно коптить. Все, грудиночка, крестец, это самая нежная часть. На предновогодней ярмарке напрямую у производителей также можно купить мед, сахар, копчености, молочные продукты. Сюда съехались фермеры со всего Поволжья. Торгуют сельхозтоварами в 5 районах города на 7 площадках. Самая большая из них на пересечении улиц Каховская и Победы. Места продавцам предоставляют бесплатно. Мест 200 должно поместиться. То есть как бы все желающие вполне могут разместиться. Видят, что покупают, что свежие продукты. И за качество видят, что можно потрогать, попробовать. Жители не упускают шанс закупить к новогоднему столу натуральные продукты. К фермерам выстраиваются очереди. Все натуральное, все еще обработанное. Я лучше здесь возьму сельхозпродукцию. Много домашнего, своего, экологически чистого. Это мне нравится, это плюс. Это хорошо очень. Все нормально, все и по цене приемлемо. Сельскохозяйственная ярмарка продлится в Самаре до 27 декабря. Я вот тоже кое-что прикупила к новогоднему столу. Пойду попробую. Алина Чемерис, Григорий Плешаков, «События».